Всем привет-привет! С вами канал Артмания. И мы снова с вами здесь собрались, наши домашние посиделки, болтушки-посиделки. Вам очень понравился такой ролик, такого формата ролик, и поэтому для вас я пишу снова. Были прекрасные комментарии, что очень душевно, что вам очень нравится посидеть, поболтать, что-то попробовать новенькое, покушать, всякие такие домашние бумаги. Вот поэтому снова я с вами здесь. Сегодня мы с вами тоже будем пробовать кое-что и будем болтать. Я буду рассказывать разные там истории, вы будете болтать вместе со мной и будете писать там внизу свои комментарии. Какие-то, может быть, ответы какие-нибудь, что-нибудь такое же. Также сегодня, именно сегодня я вас приглашаю к себе на чай. У нас с вами будет чай. Непростой чай. Чай вот такой. С черной смородиной, кто хочет. А кто хочет, с луговой ромашкой. Представляете? Луговая ромашка. Среди зимы. Этот из фикс-прайса у нас, по-моему, 25, может, рублей стоил. Может быть, нет, даже не знаю, честно. Этот из перекрестка. Рублей 80, наверное, стоил. Честно говоря, пока я кипятила чайник, пока я доходила туда-сюда, одевалась, я думала, какой же я чай хочу, какой же мы с вами будем чай пить. И когда уже села, подумала, блин, я хочу оба чая. Я хочу оба чая, поэтому я вам предлагаю попить оба чая. Сейчас, может быть, у вас дома тоже что-нибудь подобное есть, вы нальете. Или как-нибудь, может быть, через камеру достанете, потому что запах через мою камеру передавать уже можно, и вкус. Да, мне недавно писали подписчики, что уже даже вкус передается через мою камеру. Так что мы с вами вышли на новый уровень. Так, давайте с вами заварим сейчас чай. Так, давайте сейчас сначала с фикс-прайса посмотрим. 25 пакетиков, только натуральные травы. Я очень, кстати, люблю чай с ромашкой. Так, давайте сейчас его заварим. И я вам расскажу одну очень интересную историю с ромашковым чаем. Это был другой чай. Я его покупала за 150 рублей в магазине когда-то, очень давно. Это было лет 5 назад, наверное. Ой, блин. У меня всегда вот эта вот проблема. Я не могу открыть нормально чай. Нет, я не могу вообще ничего открыть. Даже коробки конфет рвутся так же. Чуть не ромашкой, по-моему. Говном каким-то. Ну, почти. Почти ромашка. Сейчас я чихну, правда, еще. Здесь даже что-то написано. 82. 82 номер. Как раз 8. 9, 10. Получается цифра 10. 0 убирается. Цифра единичка. Что обозначает? Кто там цифрами занимается? Пишите в комментариях. Потому что тройка, я знаю, означает деньги. Восьмерка – цифра бесконечности, а единичка? Пишите, кто знает, в комментариях. Ну, не зря же она мне попалась, правда ведь? А у кого-то 88, представляете? Так. Нет, вот это. Кстати, смотрите, за 25 рублей даже есть козявка такая красивая. Такой, ну, с этой стороны стаканчик, а с той стороны листочек. Ай, чуть мне прям нос зачесался. Кстати, у меня друг был знакомый детства, и он вот такие вот пакетики коллекционировал, отрывал и, по-моему, просто в кучку, что ли, складывал. И из этой кучки так пахло чаем, обалденно просто было. Я тоже пыталась коллекционировать, но у меня не пахло чаем почему-то, а у него пахло. Вот, ну, он такой очень умный, и он всегда что-то коллекционировал. И я на него всегда смотрела и тоже пыталась что-то коллекционировать. Вот. Так. В принципе, так ничего пахнет. Сейчас я стаканчики возьму. Сегодня у нас будут обычные стаканчики. Я не подготовила какие-то необычные. У нас с вами домашняя обстановка, поэтому мы будем пить из моих любимых стаканов. А вы делаете чай в своих любимых, и у нас с вами получится что-то такое необычное. Так, давайте. Так, ладно, давайте так. У меня два стакана. Кстати, эти оба стакана были куплены в фикс-прайсе. Вот этот вот был куплен. Это когда устраивалась на работу, купила, чтобы... купила самый дешевый стакан, чтобы, если украдут, было не жалко. Но в итоге я его просто обожаю.
Это я не знаю, ну я не знаю почему, но я его просто обожаю. Он, кстати, похож на такой, на бочонок. Тут вот у меня нарисованы мишки, и вот тут мишка. Просто прям, блин, вот, вот бывают вещи такие, которые вот просто обожаешь. Вот такая. Потом я в Фикспрессе нашла подобие этого стакана. Точно такой же, но он немножко потяжелее. Он тоже как бочечка, здесь слоненок нарисован. Долго искала второй, чтобы... Ну, вдруг этот куда-нибудь денется. У меня хоть будет второй стакан. Этот внутри даже уже... Ну, смотрите, видите, там и стерлось. Хотя я ложкой, честно говоря, почти не мешаю. Откуда тогда? Откуда тогда? Так, ладно. Сюда положу. Так, откроем с вами вот этот. Это у нас черная смородина. Не знаю почему, но мне очень сильно захотелось чай из черной смородины. В последнее время меня очень сильно тянет на черную смородину. И даже в прошлый раз мы с вами кушали мармелад из черной смородины. Помните? Он мне показался невкусным. Совсем не то. Мы с вами что-то пробуем. Но это, господи. Обалденно пахнет. Просто, знаете, он мне напоминает аромат чая какой-то был в детстве. Я помню, мой чай. Черный чай, там, может быть, со смородиной. Или какой-то такой вот аромат. Я помню, что этим чаем пахли даже вот эти вот штучки. Их оставляешь, они вот пахли. Вот он вот точно похож. Боже, это обалденно, это детство напоминает реально. В детстве вот чаи пахли вот так вот, я помню. Может, покупали, я не знаю, покупали мои родители с черной смородиной или нет. Оп. А это мой любимый стаканчик. Коробка, кстати, очень удобная. А то можно в ней что-нибудь складывать. Но не копите коробки, потому что у вас их будет слишком много, и потом... Потом не знаю, что вы будете в ней держать. Но, кстати, удобно друг на дружку поставить. Так, давайте сейчас мы с вами зальем. Чай я пью только теплый. Поэтому сейчас мы с вами сюда заливаем горячую воду. И сюда же я потом заливаю холодную воду. И только потом я могу пить. То есть я никогда не жду, пока там долго-долго-долго заварится. Короче, наливаем. Чуть-чуть пускай они там полежат. Не знаю, просто горячим чаем я всегда обжигаюсь. Всегда обжигаюсь. Я не знаю почему. Вроде он не сильно горячий. Пьешь, все обжигаешь. Сразу язык обжигаешь, еще что-нибудь обжигаешь, потом это все болит, все это неприятно, мне не нравится. А бабуль надо мной все время над этим смеется. То, что я дую чай, то, что я не могу пить горячее, то, что я обжигаюсь, то, что мне больно, ей это смешно. И, честно говоря, я просто сижу, ем сухомятку всегда при родителях. И сижу, жду, пока мой чай остынет. Либо наливаю просто воду, пью воду. Вот, чтобы лишний раз вот этот вот стресс не испытывать от бабули. Вот. Так, ну ладно, пускай чуть-чуть заварится. Я пока вам расскажу историю вот с таким чаем с ромашковой. Это был другой чай немножечко у меня. Я покупала очередной раз, приехав в отрадный город. Это в Самарской области находится у нас. Когда я приезжаю куда-то в гости кому-то, ну, раньше у меня так было, в принципе, сейчас осталось, мне нужно купить что-то такое, какую-то вещь, не вещь даже, наверное, а продукт какой-то необыкновенный, новый. Ну, как типа маленький такой праздник, даже какой-то блокнот, может быть, или еда. То есть это маленький праздник для меня. Я люблю так делать. Я всегда приезжала туда и покупала такой ромашковый чай. Дома, ну не знаю, дома меня как-то это не тянет, а в гостях меня реально тянет. И в этот раз у меня было 1000 рублей, по-моему, да, у меня было 1000 рублей. И в этот раз я решила там купить полкило, по-моему, или 500 у меня было. Не помню, или 1000 или 500 рублей у меня было. Я решила купить полкило конфет «Грецкий орех». Он назывался «Сергей Грецкий».
Как-то так, короче. Раньше были такие конфеты. Они, короче, грецкий орех и сверху шоколад. Но они были вот такие обалденно вкусные. И они стоили, по-моему, за килограмм стоило 500 рублей. Я взяла, по-моему, я полкило взяла. То есть 250 рублей должно было получиться. Отдала я, значит, наверное, 500. Не помню, короче, сколько я дала. И вот такой чай ромашковый. Вот, то есть мне взвесили конфеты там в магазине. Большой такой супермаркет был, все супер. Значит, я прихожу на кассу вечером. Наверное, 1000 все-таки у меня была. Она, короче, а там все пищит, пи-пи-пи-пи, пищит. Там, ну, все на кассах работают, работают, конец вечера уже все. Ну и, короче, она чай там пробила, вроде, ну, там пролетел, да? Это конфеты пролетели, пробила. И, значит, дают 1000. Она, значит, рассчитывает сдачу, и мне ее просто швыряет. Эту купюру я ловлю почти что вот так вот, а мелочь просто разлетается вот так по кассе. Я эту мелочь всю собираю. Она так смотрела на меня вроде так, и все. Я такая думаю, что-то мне купюр дали слишком много. Беру этот чек. Мне прям так стало все это обидно, что она так поступила, взяла просто это все и швырнула деньги. Ну как так можно? Стоит человек перед тобой, раз это. Ладно, я все собрала, значит, все сложила в мешочек. Подошла к столу, значит, стала смотреть чеки. Думаю, что-то это, сдачи-то слишком много мне дали. То есть должны были поменьше дать. Смотрю, значит, в чеке. А в чеке написано только чай. А конфет нету. Короче, она эти конфеты не пробила, оказывается. Я такая про себя стою, думаю, сейчас я вернусь, она скажет только там спасибо. И опять же мне швырнет эти деньги. То есть, блин, мне было это неприятно, то, что она швырнула. Я, короче, все сложила просто и ушла. Мне эти конфеты достались бесплатно. Вот, и тогда я уже думаю, блин, думаю, зачем я взяла полкило? Надо было килограмм тогда брать. Блин, ну мы русские люди, видимо, любим вот этой вот халявы. Именно вот халявы, когда что-то не пробили, когда нам что-то там досталось бесплатно. Нам Женька однажды, у нас не было денег, закончились деньги, мы что-то как раз гуляли, что-то, ну, по мелочи там было, и мы вдвоем скинулись на топленое молоко. Его как раз только-только начали продавать, и нам хотелось его попробовать. Вообще, что это такое? И мы вдвоем скинулись, и были еще какие-то продукты, что ли, я сейчас даже не помню. Да, что-то еще Женька брал. Ну и все, она, короче, взяла, да, денег очень мало, мы вышли уже в магазин, идем, идем. Я Жене говорю, слушай, давай чек посмотрим, что-то мало взяли денег. Мы, короче, смотрим, а это топленое молоко, она не пробила, оказывается. И мы от этого магазина просто побежали. У нас денег не было, его не пробили. Короче, она нам досталась бесплатно, и это было просто супер. Вот, блин, это классно. Вот, ну, блин, не знаю, иногда так, видимо, нужно, когда мало денег, когда нету денег. Вот. Сейчас уже, наверное, редко встретишь такое. Вот, такая была история с этим чаем, именно чаем ромашковым. Так, у нас с вами сейчас тут все уже заварилось, все почернело, даже ромашка почернела. Сейчас я быстренько туда воды холодной добавлю, и мы с вами будем их пробовать, а то я уже прям пить хочу. Так, вот такие вот маленькие пиалочки, кстати, их купила в фикс-прайсе когда-то за 25 рублей, я их использую в трех случаях. Положить туда, например, пакетик с под чаем. Зажимаем пальчик. Один. Положить такую маленькую пиалочку яичко для Димы. Он туда прям даже в эту пиалочку маленькую чистит яичко. Из нее, кстати, выбрасывается очень легко. Так, это второе. По-моему, да? Яичко, да. И третье, это когда снимаю какие-то кулинарные рецепты, то есть туда положить маленькую ложечку соли. То есть это очень красиво получается. Честно говоря, я долго думала, покупать или не покупать, но купила. И даже, кстати, очень рада. Хотя она стоила 25 рублей, это довольно дороговато. Кстати, знаете, что мы с вами не посмотрели? Что там находится в пакетике? Немножко они еще, наверное, горячеватые. Пейте на здоровье, угощайтесь. Так, что мы с вами еще? Позавчера я мыла голову вот этим шампунем. Мы с вами его когда-то взяли на интернет-магазине Беру. Сейчас он не Беру, сейчас он Маркет называется, Яндекс.Маркет. Вот. Такие волосы с него получаются. Немножко, честно говоря, мне немножко не нравится, потому что они сами по себе у меня густые.
И плюс вот этот шампунь, он делает их супер густыми. Ну, то есть, как бы они выпали у меня половина волос, больше половины. И шампунь там что-то с ними такое делал, чтобы они были густыми. Короче, они смотрятся вообще совершенно по-другому. Не очень мне понравился. Но, кстати, было очень удобно то, что здесь три в одном. То есть тут шампунь, бальзам, ополаскиватель и интенсивный уход. А, ну, в принципе, все. То есть и шампунь, и бальзам. Два в одном. Это удобно. Когда вы просто помыли голову, смыли и пошли спать. Ну и там заниматься другими делами. А так, представьте, вы помыли шампунем, смыли, помыли бальзамом, подержали, смыли. То есть это затрачивает много-много времени, которого по вечерам нету, кстати. Оно куда-то девается, это удобно. Но где-то я слышала, что можно вроде бы как взять и развести самим, то есть шампунь там сколько-то, плюс бальзам. Сколько-то все это намешать, и будет то же самое, два в одном, вроде бы как. Но я не знаю точно, я ни разу так не делала. Вот. Не знаю, стоит попробовать, наверное. Что ж такое-то у меня? А, о! Я не пойму, что у меня там на бок лезет. Так, у нас с вами сегодня чаек. Также, кстати, это попозже немножечко, в фикс прайсе я купила вот такую штучку сегодня. Тоже будем с вами ее пробовать. А, здесь у нас горячий шоколад с ароматом сливок. Сегодня, кстати, я видела еще точно такую же в Пятерочке. Она прям была вся такая темненькая, вся такая красивенькая. Даже как-то не верится, что такой красивый напиток продавался в Фикспрайсе. Не знаю цену. Так, его мы с вами будем пробовать. А, сегодня у меня еще вот что. Как вы думаете, что это такое? Небольшая прям просто эпидемия была недавно на них. И они стоили сначала дешево, потом они стоили бешеные деньги. И сейчас они опять, видимо, к праздникам начинают дешево стоить. Короче, идя по перекрестку, я подумала, что мне нужно заснять какой-то супер контент. Такой, чтобы просмотры мои прибавились. Ну, я поняла то, что всем нравятся вам душевные болтушки, посидеть, попить чай, что-то попробовать новое. Но, блин, я же не могу каждый раз вот так это делать. Нужно что-то необычное, что-то какой-то такой ролик, который заинтересует еще людей. И об этом, да, я об этом постоянно думаю. Я постоянно целыми днями хожу и об этом думаю. И тут мне вдруг в голову приходит, нужна срочно маска панда. Блин, думаю, где мне ее взять? И, короче, я так вот разворачиваюсь, и висит вот эта маска. Представляете? То есть куча-куча маск, и вот это вот висит. И я такая, о, маска панда, супер! Я думаю, надо ее брать. Думаю, блин, ну я не буду выглядеть в ней глупо. Думаю, как ее? Думаю, блин, я же буду вечером кушать здесь, с вами болтать, пробовать. И плюс эта маска. Блин, думаю, ни туда, ни сюда, что делать? Ну ладно, надо брать. Взяла. Была еще вторая какая-то, ее больше брали, чем эту. Не помню, там какое-то слово было непонятное, честно. Не знаю, смогу ли я болтать вместе с ней одетой. Так, модель in Korea. Такая вот масочка. Стоила она 70 рублей. Где-то так. Мне, знаете, честно говоря, больше всего интересует, что потом делать с этой самой пандой, с самой маской. Честно говоря, когда пошла эпидемия на эти маски, мне казалось, что вот эта маска, то есть одеваешь ее на лицо, потом снимаешь, и у вас вот такая вот панда просто остается. Мне почему-то казалось, что это вот это, вот как раз вот такая вот собачка там, вот эта мышка там, кто-то еще. А оказывается, это просто вот тканевая маска такая. Ну, не знаю, здесь должна быть маска. Маска, кстати, с экстрактом слизи улитки. Это что-то, я не знаю, слово, само слово слизь. Это что-то прям такое противное. Но другая маска была там. Что-то было непонятное слово написано. Я побоялась брать. Я не знаю, что это, поэтому, блин. Так, здесь восстанавливает упругость и омолаживает. Короче, буду молодая лет на. Господи. Поомоложаюсь лет на 25. Младенцем, короче, там. Лука. Лайка. Лайка. Сейчас я тут с вами все языки поизучали. Так, маска у нас с вами.
Так, чай у нас с вами, кстати, вот такой вот тортик, купленный в фикс-прайсе. А, подобие такого же я покупала в магазине Победа. Так, а вот здесь вот есть они нарисованные. Там был какой-то, то ли сливочный, он, по-моему, без орехов был, что ли. А, или трюфель, может быть. Я не знаю, я помню, он был обалденно вкусный. Он был просто таким нежным. Я пожалела на тот момент, что я взяла только один. Его прям разбирали просто очень-очень быстро. Вот, ну, я его больше не увидела. Вот, здесь у нас с арахисом, шоколадница. Вот, что-то такое коломенское. Московское, коломенское. Что-то такое вкусное. Это к чаю. Вам к чаю, мы будем его с вами пробовать из фикс-прайса. Так, также у нас с вами сегодня еще такие яички. Это в фикс-прайсе я взяла. Они были подешевле, где-то около 50, потому что похожи яички киндер. А перекрестки, по-моему, 75, что ли, они стоят. Не помню, короче, дорого они стоят. А здесь, наверное, ну, хотя не знаю, честно. Честно, не знаю цену. Здесь Чебурашка нарисована. Может, здесь что-нибудь такое из мультика Чебурашка. Я бы хотела, наверное. Что-нибудь такое, что не надо собирать. Знаете, вот съел киндер, достал игрушку и сразу играй. А не сиди вот эти вот мелкие детали, сидишь и собираешь. Мне в детстве не нравилось. И сейчас не нравится. Мой ребенок недавно киндер попробовал. Там была у него, попалась машинка. Ее нужно собрать. А ребенку 3,5 года. Первый раз в жизни он попробовал киндер. И, соответственно, конечно, собрать машинку он не может. У него началась просто истерика. Не могу, не могу, мама, мама, собери. И мама собрать не может. И у меня начинается уже истерика от того, что я не могу собрать ее. Меня просто реально это злит. Я думаю, блин, почему не... Не знаю, но наше детство было проще гораздо. Просто был какой-то, помните, бегемотик, который не надо собирать. Достал и играй. Съел, достал и играй. Все. Посмотрим, что здесь будет. Посмотрим, короче, с вами. Так, и также у нас с вами на десерт вот такая вот плюшечка. Это Пятерочка продавалась за рублей 30, 25, 29, 30, где-то так. Еще есть точно такая же розовая, она стоит 50 уже рублей. Я решила попробовать сначала вот эту, вообще понравится она мне или нет. Вообще, что у нее там внутри, мне было интересно, честно говоря. Вообще, что это такое? А, здесь, кстати, состав... Блин, тут состав просто гигантский, огромный просто состав. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. Вот так вот. И вот так вот. Короче, Е-добавок здесь, блин, я не посмотрела даже, честно. 1, 2, 3, 4. Подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. О, блин, их 18, представляете? 18 я добавок, я никогда такого не видела. Обычно, знаете, как я покупаю, то есть я смотрю на состав, если больше 10, ну там 10 или больше 10 я добавок, я не беру. Если 5 я добавок, ну я как-то так подумаю, надо вообще мне это или нет. Может быть, я могу найти такой же, там вафли, да, например, какая-нибудь вафельку купить другую, там будет поменьше я добавок, тогда я другую возьму. То есть вот так вот. Здесь я не посмотрела даже. Я подумала, что это будет вам интересно. То, что там внутри, взяла просто. Ну, давайте с вами один раз ее попробуем, посмотрим, что там внутри. И больше не будем ее брать. Поэтому, кстати, ее, видимо, не берет никто особо. Вот, и еще ее будем пробовать. И, наверное, все. Сегодня у нас с вами вот так вот. Небольшой такой уже. Постепенно денег уходит на все это очень много, кстати. И постепенно у нас с вами становится столик все меньше, меньше и меньше. Так, давайте с вами попробуем. Здесь у нас черная смородинка, да? Где она у нас? Да, черная смородина. Обалденно пахнет. Он реально напоминает детство. Кто, наверное, в детстве пробовал какие-нибудь чаи с черной смородиной, хотя не знаю, были такие или нет, но, наверное, были распахнут. То, может быть, бергамот что-нибудь похоже. По вкусу он похож, кстати, как черная смородина, что-то из детства. Сам аромат черной смородины, честно, присутствует, но совсем немножко. Может быть, он у меня просто долго постоял, или очень сильно заварился, или очень
сильно черный стал, я не знаю. Ну, что-то такое есть, в принципе, довольно приятное. Немножко горчинка, наверное, постояла слишком много, пока я вам тут быстренько-быстренько все это рассказывала, болтала. Ну, короче, это вкусно, в принципе. Больше мне понравился аромат вот здесь вот. Блин, это обалденно просто, это нереально. Хотите понюхать? Хотите? Я вам дам. Нюхайте, 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 нюхайте. И пишите в комментариях и ставьте лайки те, кто унюхал этот аромат. Ставьте лайки и пишите в комментариях, унюхали или нет. Боже, это обалденно. Я ее коробку -то точно не выкину. Я поставлю на столе рядом с собой, чтобы ощущать этот аромат. Нет, точно, я хочу туалетную водичку с этим ароматом. Надо посмотреть. Мне, кстати, под Новый год очень нравятся ароматы туалетных водичек с мандаринками. Еще в детстве, я помню, часто ощущала такие в театры, когда меня водили. Я помню, что у кого-то такой был на елку, что ли, новогодний. Я помню, думаю, вот я вырасту, думаю, я куплю себе тоже такие духи и буду там ходить и балдеть. Как пахнет. Вот. Так, здесь у нас с вами ромашечка. Давайте ромашку попробуем. По вкусу очень сильно напоминает как раз тот чай дорогой, который я покупала, ромашка, за 150. Он, кстати, очень-очень похож. Я думаю, наверное, здесь прям должна быть конкретно ромашка. Ну, наверное, там добавляется не только ромашка. Где здесь состав? Так, цветки ромашки, чай зеленый байховый или байховый. Мелкий. А, все. Продукт не является специализированным питанием, БАДом, лекарственным средством. А, то есть лекарственным средством он не является, но ромашка же, она, в принципе, там какое-нибудь действие являет, ну, там делает, я не помню уже, что там. Когда-то, кстати, в свое время я очень сильно увлекалась травоведением, даже писала, планировала, вернее, нет, начинала писать свою личную книгу, то есть я собирала информацию с разных книг до 90-х годов. Ну, я, в принципе, такой человек, я люблю книги до 90-х годов, потому что, как мне кажется, что книги после 90-х годов уже немножечко не такие. Если до 90-х годов, прежде чем напечатать книгу, ее проверяли хорошенько, все ли там правильно написано, не какая-нибудь ли там ерунда, то, мне кажется, уже именно в 2000-х годах не все книги проверяются, потому что берешь травоведение, допустим, 2000-е года и дальше, сравниваешь те, и кажется, как будто человек просто сидел вот от балды там что-то писал, и все. Реально такие книги есть. Приходишь, особенно когда книжный магазин начинаешь искать, и вот просто время вот просто зря тратишь. Поэтому мне гораздо проще купить книжку до 90-х годов, именно, допустим, какой-нибудь бабушке там на рынке, да, пускай эта книга будет стоить 200 рублей или 500 рублей она будет стоить, но она будет реально настоящая книга, где написано все правильно. Где, допустим, будет про ромашку написано, там какое-нибудь успокаивающее средство, а не что-нибудь там, выпейте ромашку и улетите там на Луну, например, там, я не знаю, или что-нибудь там, ну, я не знаю, не придумаю я все равно сейчас, не придумаю я на ходу вам ничего. Так, про шампунь рассказала, про это рассказала. Так, что будем дальше с вами делать? Давайте с вами проверим маску. Я уже лицо немножечко очистила. Очищаю я его тоником с ароматом розы от Чистая линия. Если им пользоваться каждый день, но у меня нету времени пользоваться каждый день, то вот тут вот прыщики, мне, кстати, вот тут очень сильно пошли прыщики, потому что я ем очень много сладкое в последнее время, и у меня они появились. Если, короче, им пользоваться каждый день, то они, вот именно вот этот тоник, он очень быстро убирает вот эти покраснения. Ну, просто вот обалденно, я уже много лет им пользуюсь. Вот, можно, кстати, два раза в день, если пользоваться, тоже убирает, я проверяла на себе. Я помню, у меня перед свадьбой были прыщики какие-то, я уже начала два раза в день мазать, чтобы быстрее, побыстрее к свадьбе все это убралось. И к свадьбе прям все убралось. Если вечером чуть-чуть было, то на следующий день уже свадьба, я просыпаюсь, и у меня уже все пусто, ничего нет. Уже прям классно. Вот. Им я уже убрала. Так.
Надо было, конечно, купить тогда, если бы я знала, кофточку панда, тогда было бы шикарно. Жалко, что нету маски единорог. Ладно, давайте будем пробовать с вами. Кстати, там нужно посмотреть, сколько времени. Боже, тут 20-30 минут надо держать. Блин, что делать-то? Давайте, знаете, с вами как сделаем тогда. Давайте ее оставим на последний момент. Сейчас мы с вами все, короче, вот это попробуем, а потом сделаем маску. Я как раз ее в последний момент сделаю, потом подержу. Наверняка, я думаю, болтать я с ней не смогу. И потом при вас я сниму ее, и мы с вами посмотрим эффект. Давайте так, потому что я лучше эти 20 минут, 30 минут, я лучше посижу за компьютером. Вот, потому что просто этот ролик может затянуться очень надолго. Что-то я хотела еще сказать, я забыла уже. Так, я про нее точно не забуду. Так, давайте с вами попробуем, поскольку у нас с вами еще здесь чай вдобавок. Эти 20-30 минут он тоже точно остынет. Поэтому давайте будем что-нибудь с вами другое делать. Будет вам как некий такой бонус в конце ролика, чтобы досмотреть до конца, вернее. Так, это мы поставим сюда. Сейчас уже стараюсь делать все гораздо проще, чтобы человек не намазал вот эту вот маску, потом сидишь с ней, да, потом идешь, закалываешь волосы, все это вымываешь, потом вытираешь лицо, потом там еще что-то. А уже сейчас время такое, что должно быть все очень быстро и просто. Чайный пакетик заварил, выпил, пошел там, пошел мыть голову, да, помыл шампунем, там, два в одном, там, три в одном шампунь, бальзам, все вместе, быстренько помыл голову, потом взял эту маску, наложил, снял, там, 20-30 минут, правда, не знаю, чем будет человек там заниматься, мне непонятно, вот, и что потом, потом посидел своим делом, позанимался и спать лег, все, почти вам рассказала целый день, чем можно заниматься. Бумажка. Так, у нас с вами сегодня такой, смотрите, какой тортик классненький. Кстати, я не помню, я вам сказала, а ведь я сегодня в другой единорожке. Вы видите, я совсем в другом сегодня в единорожке-то. Несколько дней подряд я вам снимала в том, а вот этот вот, кстати, единорожка мне немножко маловат. Немножечко маловат. Так. И шоколад отсюда, прям вот запах шоколада, а вот отсюда вот черная смородина. О, прям вообще. Просто обалденно. Прям можно так, а, и в обморок упасть. Так. Так. Ну что, давайте будем резать ее. Надеюсь, я стол не отрежу здесь кусок. Опа. На вид он, кстати, как обычно, вафелька такая. Такой самый обычный, непримечательный. Пробуем. Он сладкий, не приторный, ну да, сладенький, сочный, ну не сухой, по крайней мере, мягкий. Единственное, что мне понравилось, кусочки, маленькие, видим, кусочки арахиса, они как-то так разбежались по всему рту, и как-то в некоторых местах, где десны, не очень приятно их там ощущать. Не знаю, мне что, впервые такое. Видимо, такие маленькие кусочки. Ну, не сказать, что их много. Не знаю, может быть, они вот как раз вот эти вот сверху, они и есть, но у меня такого никогда не было, честно. Как-то вроде вкусно, мягко, хочется жевать. Но они где-то вот тут вот за щеками у меня застревают. И пытаешься их оттуда вытащить, потому что неприятные ощущения создаются.
что-то такое. Я здесь отрезала кусочки еще. Парочку. Поэтому давайте, налетайте, угощайтесь, наливайте себе тоже чай и пейте. Вместе с тортиком. Так, мы с вами что будем дальше делать? Сейчас я попью. О. Мы с вами сейчас будем вот это пробовать. Так, а горячий шоколад мы с вами, наверное, просто попробуем. Так, какой же взять первый? Давайте с чебурашки, мне очень интересно. Обычно, знаете, как бывает, яйцо, да? На нем что-нибудь такое, какая-нибудь интересная картинка нарисована. Вот вы покупаете, видя эту картинку, вы покупаете это яйцо, а в итоге внутри абсолютно другое. То есть, допустим, здесь картинка одного мультика, а внутри игрушка абсолютно какая-то нереальная, вообще что-то другое. Вот здесь мне кажется, что будет тоже точно так же. Здесь, мне кажется, кстати, сам шоколад будет какой-нибудь фигневый, наверняка. Потому что тут состав, кстати, особо не прочитаешь. Сложно очень почитать. Ладно. Не каждый день такое едим. В детстве, кстати, я очень мечтала о таких яичках, киндер-сюрпризах. Я прям ждала всегда. Я помню, как мама мне на Новый год, ну не мама, а как... Или мама подарила, или мама, как от Деда Мороза, под елкой лежала. Короче, не помню, нашла под елкой мешок, ну, пакет такой бумажный, и в нем лежали конфеты, по-моему, киндер-сюрприз один, M&M's, Сникерс, Баунти, что-то еще. Не помню, короче, вот эти вот конфеты, самые такие ходовые, даже все 90-е годы. И я помню, я такая была счастливая, что я вот эти вот конфеты нашла. Это, я не знаю, это было просто счастье. Мне родители не покупали никогда такие очень-очень-очень-очень редко. А, еще жвачка, наверное, была. Вот, очень-очень редко, блин, он растаял. Опа. Ай. Ну нет, конечно, он не белый нигде, он самый обычный шоколад. Вот тут вам видно, да? Или вот тут видно. Ой, он у меня тает, тает, тает. А здесь голубой, тоже замазанный. Здесь чебурашка, смотрите. Класс. Только не пойму, с чем. С каким-то карандашом, что ли, чебурашка. Класс, смотрите. Чебурашка, не обманули. А, моя единорожка слетела. Не обманули. Можно покупать, значит. Ну, конечно, чебурашка такой малюсенький, малюсенький. Мне кажется, в наше детство все-таки эти бегемотики были побольше размером. Они были такие пухленькие, прям такие, прям это были классные. У меня, кстати, где-то есть этот бегемотик. Так, здесь у нас есть рисунок коллекции. Тут крокодил Гена есть, только почему-то он с закрытыми глазами. Вот они здесь все. Собери коллекцию фишек. Скачай игру на сайте таком-то. А здесь с глазами. Шипопляк, старуха. Крокодил Гена с конфетой вместе с этим. Та-та-та. Чебурашка тут всего лишь 4. Что-то их так мало. Я думала, хотя бы подпишут, как это, с чем вообще он там. А там даже ничего не подписали. А с этой стороны они... Может быть, они со спины? Не знаю почему. Как будто с закрытыми глазами. Ну, короче, прикольно. Хорошо, что не обманули. Это классно. Ну, здесь написано фишек, а здесь... Нет, здесь не фишек. Класс, молодцы, хоть что-то. Ой, хотя бы останется у нас чебурашка. А то, мне кажется, уже скоро мультик «Чебурашка» пропадет, и потом вообще наши дети знать не будут. Так, здесь что у нас? Здесь внутри какая-то неаккуратность.
Шоколад, кстати, самый обычный, немножко приторный, немножко нет, но такой нормальный, ну, сейчас средний. Не сказать, что это какой-то там молочный шоколад самый фигневый. Мне кажется, он даже немножечко похож на молочный шоколад Милку. Что-то такое, потому что Милка, она приторно сладкая, здесь вроде тоже первую половинку я съела, мне нормально показалось. Вторую я съела половинку, мне показалось приторная. Вот. Ну, шоколад такой, ну, нормальный. И вот там как бывает кондитерские, вот там продаются. В этой Пятерочке у нас с вами был обзор. Где-то там вы, там вообще фигня, я просто даже... Ее даже есть не хочется. Я ее даже, честно говоря, не доела, я мужу отдала. А он там с радостью, ааа, конфеты, спасибо. А я такая про себя. Ешь, ешь, ради бога. Киндер, смотрите, такой голубенький. А я думаю, где я его видела-то? У нас, видимо, раньше был. У меня, кстати, сын их называет Пимба. Пимба, Пимба, где моя Пимба? Открой, открой, закрой, закрой. Будет еще голубенький. Так, теперь у нас с вами чупа-чупс. Здесь нарисованы фиксики. Такие вот. Тоже в фикс-прайсе купленные. Уже кругленькое яичко. Давайте будем пробовать его. Мне кажется, у нас с вами время вообще прям затянулось очень-очень надолго. С виду он, конечно, выглядит не очень красиво. Здесь вот эмблема чупа-чупса. Здесь есть место. А тут даже есть щель. Кстати, он не так сильно тает. Тот прям таял в руках очень сильно, невозможно было. Вот он, видите? Видим. И тут есть место разреза. Ай, он ломается не в том месте. Опа. Ой, там что-то непонятное. Здесь как будто какая-то капсула. Видите? Полосочки. Здесь, кстати, персонаж. Она открывается даже, смотрите. Видите, как она открывается? Вот. Открыто. Я думала, блин, думаю, как я буду открывать. Короче, получается у нас нового поколения капсула. Реально, как капсула открывается. В нее уже можно что-то положить, наверное. Раз она так открывается, хотя бы вторую часть не теряешь. Что-то залить, может быть. Что-нибудь придет в голову. Так, здесь у нас тоже персонаж. Кстати, довольно мягенький такой. А он весь, что ли? Мягкий из этих, из фиксиков. Не помню, как его звать, мы уже перестали... смотреть фиксики. У меня сын когда-то их очень сильно любил. Сейчас он уже их не смотрит. Уже все, нет, нет, это я смотреть не буду. Нет, все, не буду. Не буду, это не буду. Это страшно, это такое, это сякое. То есть он уже не смотрит их. Мы уже перестали смотреть. Честно говоря, поэтому не помню. Здесь тоже, кстати, цельная фигурка, это радует, это классно. Когда ты достаешь и начинаешь играть. Кстати, наверное, вы сейчас спросите, а зачем нужны вообще эти фигурки? А с этими фигурками можно обучаться, обучать ребенка. Я, правда, плохо помню. Ко мне, я помню, приходила репетитор по русскому языку, и она приносила такую вот фигурку. Тогда я училась в 5-6 классе, вот я сейчас вспоминаю. Я помню, что у нее была какая-то самодельная игрушка, ой, самодельная... картоночка, на ней было что-то написано, она вот этой вот фигуркой водила, я сейчас честно не помню. Мне нравилась сама фигурка, там была какая-то сидячая собачка очень красивая, и она мне очень нравилась. Она приходила ко мне, потому что я в школе путала буквы В, то есть либо В, вот как она пишется, и Д вниз. То есть писали мы очень быстро, и, короче, я путалась постоянно.
Вот она приходила со мной, занималась, чтобы как-то от этого избавиться. Я думаю, сейчас, блин, я бы в любом случае избавился от этого, просто я торопилась, вот и все. Записать, записать, записать. Вот, например, с этими игрушками можно играть, как использовать, как фишки. То есть, ну, просто обычные фишки, которые были у нас с вами, помните, да? А, просто желтые, например, да, синие там, ладно, синие, да, и красные. Порой я помню, даже играя, забываю, что твоя желтая. Начинает казаться, что твоя синяя. То есть вот так вот. Мы с детьми потом уже, когда стали появляться такие у нас фигурки, мы с сестрой уже играли фигурками. То есть моя любимая фигурка это вот эта, ну такая, это там. А вторая, там другая, ее любимая игру. Фигурка, да. Вот, то есть, ну, какую-то обычную игру, там, бразилочка, да, где кидаешь вот этот вот кубик с циферками, да, и там идешь дальше вперед. То есть это классно, это очень мне нравилось. Я надеюсь, что моему ребенку тоже понравится. У нас уже есть небольшая коллекция таких игрушечек классненьких. Я отобрала самые лучшие когда-то до появления ребенка. Мне муж постоянно, ну не постоянно, довольно часто покупал разные киндеры. Я собирала, у меня была определенная коллекция. То есть, ну такое в качестве подарка такого. Вы же знаете, я люблю все такое это маленькое. У меня мечты маленькие. Они маленькие, они сбываются, реально сбываются. Захотеть, например, захотела я там 10... Как там, было один раз, я захотела килограмм Рафаэла. Его легко сделать. Мне там как раз был Новый год, мне там подарили много, потом муж подарил, потом еще я докупила, было там что-то... Это было давно, бы они по 50 рублей, что ли, по-моему, за коробку стоили. И все, я все коробки пооткрывала, все свалила в один мешок, легла вот так, помню, перед телевизором, и давай одну с другой, одну с другой. И все, вот прям вот было время классное просто. То есть они мне вот такие, она сбылась, все, я счастлива, вау, вау, вау. Жалко, конечно, у меня тогда не было YouTube-канала, иначе бы еще посмотрели, как я их ем. Вот. То есть у меня вот такие вот мечты, они реально сбываются, и мне от этого становится очень классно и приятно. Так, давайте, что у нас там идет дальше? Иначе, мне кажется, у нас с вами время просто затянулось очень-очень быстро. Очень медленно. Нет, очень надолго, да. Так. А, здесь яйцо осталось, его потом беру. Так. Торт берите. Почему не едите торт? Торт ешьте. Так, эту пироженку, я думаю, разрезать. Сейчас я возьму тарелочку. Ой, такая тарелка. Такая, знаете, морская тарелка. Морская. Так. Давайте с вами сейчас откроем. Кстати, по-моему, даже он называется донат. Донат. Именно похожий на тот донат, который обычно отсылают кому-то. Да, а, дон, не донат, дон. Вот. Так, значит, здесь напишется у нас пончик глазированный с начинкой, с начинкой со вкусом банана. А, ну вот я поэтому ее взяла. Потому что она со вкусом банана. Так, сейчас мы ее с вами разрежем. Кстати, она неровная. Посыпка тоже неровная. Посмотрим, что же внутри-то у нас. Что, только с одной стороны, что ли, этот банан? Посыпка вся развалилась. Ну да, как у нас. Как у нас делают в России. Вот так и делают. Что половина... Кстати, хлеб просто внутри. Внутри просто хлеб. Я думала, честно говоря, что он будет... просто сверху будет пончик, внутри будет пусто. И там что-то будет залито. Ну, я знала, что банан сверху, что внутри будет тоже что-то банана. В реале. Что мы с вами видим в реале? Здесь просто хлеб. Причем, вот здесь мы видим вообще, то есть нету начинки, она вот пустая, да? А, и вот тут тоже. То есть, соответственно, у нас с вами получается сам банан только сбоку. Вот я разрезала, вот видите, чуть-чуть банан. Тут я дальше пошла резать банан. Тут я дальше пошла резать тоже банан. Короче, фигня, наверное.
Ну, знаете, наверное, это больше для тех людей, которые любят именно вот булочка. Именно булочка, да, и плюс там какой-то с каким-то вкусом. Ну, самое главное, что сама булочка есть. Я, например, так не люблю. Если должна быть начинка, то ее должно быть много. Если, знаете, если бутерброд с маслом, то масло там должно быть конкретно, чтобы чувствовалось масло. Чтобы не так вот взял козюльку, вот так вот по всему хлебу намазал, там и ешь, допустим, сидишь. Вроде как на бутерброде масло есть, но ты его не чувствуешь. Я так не люблю, честно. Если я делаю там бутерброд с маслом с икрой, тогда я кладу конкретно масло, конкретно икры кладу. Но только дома такое сделаешь. Вам больше нигде такое не сделают. Поэтому... Так, что мне тут попробовать какой? Так. Не знаю, по-моему, вот этот тут. Как-то он это непонятно выглядит. Ну, ладно. Кстати, пахнет он бананом. У меня еще батарейка там садится вдобавок. Я смотрю. Бананом. Чем-то мокрым. Как будто мокрым хлебом. И манкой. Как будто бы манка. Ладно, давайте попробуем. По вкусу, честно, как будто я прожевала какой-то мокрый хлеб с небольшим таким повидлом вкуса банана. Больше это ощущается так, хлеб именно мокрый, то есть не сухо во рту, то есть запивать, в принципе, не обязательно. По ощущениям это так. Купила бы его снова? Честно, нет. Нет. Даже не из-за того, что там много я добавок, не из-за этого. А потому что я, честно говоря, ожидала совершенно другое. Как я уже говорила, я думала, это будет как типа эклер какой-нибудь, и внутри будет много банан. Что так вот возьмешь, откусишь, а он тебя вот со всех сторон вот так вот повалится. Я думала, это будет так. Ну, блин, он так классно выглядит, он такой красивый, и в итоге... Непонятно что. Сами ели этот пончик несчастный, который как мокрый хлеб. А, тогда, знаете, у меня вопрос. Где столько е-добавок? Где? В мокром хлебе? Ну, наверное, да, я думаю. Потому что в жизни, в принципе, не продается мокрый хлеб. Вы представляете, вы покупаете мокрый хлеб, намазываете его маслом, красную икру кладете и кушаете. Как-то будет немножко странновато, честно. Или вот в этом вот непонятном банане. Ну, кстати, так немножко необычно, вкусно. Один раз попробовать стоит, наверное. Так, давайте с вами попробуем вот эту верхушку. Здесь тоже вроде как с бананом, наверное. Ну, раз она желтая. Ну да, какой-то, знаете, привкус химии банана есть. Наверное, это по-другому не назовешь. Ну, естественно, цена 30 рублей, наверное, где-то она стоила, это ее цена. Даже, может, и подешевле, потому что просто очень много е-добавок, очень много, это чересчур. Ничего, так нормально, вкусно. Если, допустим, хочется очень сильно кушать, хочется очень сильно сладкого, и у вас нету денег, а вам хочется реально, то можно купить такую, хотел сказать, ватрушку, плюшку. Не знаю, как это назвать. Так, следующий мы с вами пробуем горячий шоколад. Здесь у нас, кстати, состав более-менее... Состав более-менее нормальный такой. По крайней мере, е-добавок я здесь не вижу. Кстати, он открывается по-разному. Можно вот тут вот сверху, а можно вот где птичка с этой стороны. Давайте с вами сделаем с этой стороны. Ой, провалилась сама штучка. Опа. Так, а там у нас что? А там у нас...
Смотрите, какой он длинный, оказывается, а я даже не знала. Что-то говном пахнет. Ну ладно. Так, здесь нарисовано у нас, кстати, у нас нарисовано. А, я даже не заметила, шоколадочка. Кстати, знаете в чем? Здесь нарисована шоколадка темнее, чем вот здесь. Они по цвету разные. Это реально, это плохо вообще-то. Для обзора, допустим, если бы я делала это одиночный обзор, это было бы уже не очень хорошо. Ну, знаете, это все равно, что сделается ошибка, допустим. Здесь будет написано горячий шоколад, а в этой будет написано горячий шоколад. Да? Будет явно что-то странное. А здесь, знаете, большой плюс, что здесь пакетик не просто голый, например, без всего этого, а что здесь тоже написано все вот это вот. А состав прописан, потому что, допустим, кто-нибудь захочет вас угостить. О, возьми, на, попробуй горячий шоколад. Вы такие возьмете, горячий шоколад, круто, супер. Открываете его, пробуете, пьете, а это вкусно. Там, ну-ка, где ты такой взял? Там, о, все, там, пакетик сохранил, да, пошел в магазин, купил. То есть это удобно. Если бы там был голый пакетик, на котором ничего не написано, было бы сложнее. Вспомнить там, а где ты купил его? А, я не помню, а как называется? Ой, да я не запомню. Как бы все, понимаете, тупик. Так, с этими были, обзор был на эти печеньки, а я уже, где, господи, коробку уже выкинула. Там печенье, а я открываю, а там внутри другие печеньки, по 3 или 4 штуки, сложенные в прозрачный такой пакетик. То есть, если вы угостите кого-нибудь, кому-то понравятся эти печеньки, то они в жизни никогда не найдут в магазине. Зайдите в Перекресток, там просто уйма этих печеньей. Там целый там ряд вот этот огромный. Разве найдешь? Нет, конечно. Так. Здесь у нас есть... Так, сейчас, подождите, я чай свой допью. Так, берем наш любимый стакан. А еще у меня есть вот такая любимая ложечка. Есть такая же большая ложка, нож и вилка. И они реально классные. Вам, кстати, очень нравятся такие. Вы все время мне пишете, какая у тебя ложка, Наташ, какая прям ложка, вообще просто что-то. Так, ладно, давайте будем с вами открывать. Здесь у нас 20 грамм целых. Открывается. Открывается так. По запаху напоминает что-то шоколад. Шоколад совсем чуть-чуть. Совсем капельку такую-то отдаленно. Вау. Так, а здесь, кстати, не написано, сколько наливать-то. Должно быть написано. А вот. Добавить 170 миллилитров горячей воды и размешать. Блин, я еще должна отмерить, оказывается. Будем добавлять 170. Пришлось по мерному стаканчику. Так, подождите. Сейчас я вам покажу сначала, что там внутри. Вот так это все выглядит. Похож, кстати, на шоколад с сахаром. Как будто там сахар виднеется. Протертый такой шоколад. Ага, почти это. Почти полный. А, нет, половину. Половина стакана это получается. И размешиваем. Ну, конечно, здесь не получится прям супер такой горячий шоколад. Кстати, горячий шоколад я пробовала. Кафе. Это было кафе Занзибар называлось. Там обалденно вкусная пицца продавалась. А тогда еще я не знала. А живя с родителями, подростком, мне всегда казалось, что кафе это как ресторан, и там очень-очень дорого. То есть, ну, с родителями мы никогда не ходили туда. Не знаю почему. Ну, тогда их было мало, наверное, просто. Вот, и однажды, накопив деньги, накопила я что-то очень много. Мне до этого говорили, что там дешево, ну, обычные цены, не... зачем там вроде дорого. Там будет все дешево. Накопила какую-то определенную сумму, рублей 300, что ли, у меня было, или 500, или даже 1000, может быть. И пошла в кафе, села, помню, листаю, так все много всего интересного. И тут я, короче, нахожу горячий шоколад. Стоил он тогда, по-моему, 80 рублей. Я так думаю, горячий шоколад, думаю, как это так?
Что это такое? Я, короче, его заказала. Мне принесли небольшой такой, ну, обычный стаканчик такой беленький. А, там некая масса, то есть это был не жидкий он был прям реально как будто как шоколад. И немножко, может быть, водой разбавленный. Ну, такой, знаете, как тесто для блинов. Вот примерно такой. И принесли стакан с водой. Обязательно, кстати, надо, чтобы просите, чтобы вам давали воду. Потому что он приторно сладкий, его пьешь и обязательно хочется запить. Я потом ходила постоянно в эту кафе, заказывала горячий шоколад, и однажды, я помню, мне воду не принесли. А его принесли мне, он, я жду, 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 думаю, когда же воду-то принесут, думаю, что они несут-то и никак ее налить-то там. В итоге я подозвала официанта, говорю, а вода-то где? А у нас не положено. Я говорю, прекрасно, я говорю, сейчас я попью и пить захочу. Ну, закажите чай. Я говорю, ну воду-то мне принесите, я говорю, вода-то у вас, ну из-под крана хотя бы налейте тогда. Я говорю, ну раз это вам так жалко. Пошла там, принесла воду. Вот, потом уже я стала просто брать ее с собой, если я знала, что буду горячий шоколад пробовать новый. Но он был обалденно вкусным, мне он просто прям очень понравился. И вот эти вот, которые вот магазины все, я пробую, это абсолютно другое. Если можно, конечно, сделать, если, например, вот, то есть как блинную массу как, нет, не сметан, как блинная масса, да. То есть взять пакетик, это 20 грамм, и добавить водички совсем чуть-чуть, вот перемешать, чтобы она у вас вот какая-то вот такая вот получилась, то да, так можно. Здесь, ну нет, конечно, он жидкий, он абсолютно жидкий. Я обычно, кстати, знаете, как делаю дома горячий шоколад. А я что до этого говорила? Что-то другое, что ли? То есть я покупала также вот в фикс прайсе еще. Там ложками накладываю, чтобы пакетики, ну, в принципе, удобно, кстати, с пакетиками. Не надо ложку хотя бы пачкать, хотя все равно пачкать приходится. То есть кладу горячий шоколад, потом беру сам шоколад, его туда разламываю, заливаю водой, все это перемешиваю, и там получается такая некая масса. Ну, кстати, довольно вкусно, не такая, конечно, как в кафе. В кафе, мне кажется, можно сделать горячий шоколад, если растопить реальный шоколад, туда, может быть, молока добавить или воды наверняка. Все это прям вот перемешать, перемешать, перемешать на водяной бане, да, и залить в стакан, мне кажется, может быть, получится. Не знаю, давайте так, если вас эта тема заинтересует, у меня есть реальный шоколад, мы можем с вами попробовать его сделать, мне не жалко для этих целей шоколад. Или я на случай могу купить, в принципе, шоколад. И мы можем с вами дома в следующий раз на такую же вот болтушку, посидушку-болтушку, с вами можем попробовать сделать на водяной бане горячий шоколад. Если вам это реально интересно, пишите мне в комментариях. Напишите, Наталь, давай сделаем. Давай мы это сделаем. Давай. Обязательно пишите, мне будет это интересно. Ну, либо ставьте лайки. Ну, не знаю, давайте наберем... Сколько у меня сейчас просмотры, конечно, уменьшились. Пока мой ребенок болел, пока мне было вообще не до Ютуба. Давайте хотя бы 10 лайков наберем, и тогда я пойму, что вы хотите горячий шоколад, именно шоколад горячий. Вот, не сам горячий, а именно шоколад горячий. Тогда я пойму, давайте 10 лайков с вами наберем. Именно таких лайков. Я надеюсь, то, что вы досмотрели меня до конца и это увидели. Вот. Ну, она жидкая, реально, она вот она. Видно? Это, знаете, это вот чисто вот просто вот так вот побаловаться. Вот хочется горячий шоколад. Это вот, наверное, какой-то там некий вкус горя... Да, некий вкус, послевкусие там какой-то горячего шоколада. Как кофе вы покупаете, этот растворимый. Вот типа такой же что-нибудь. Давайте попробуем. На это стоило делать все-таки отдельный обзор на эту коробку. Когда пробуешь, появляется какой-то вкус. Ну, вроде пробуешь сначала шоколад, потом появляется какой-то вкус, как будто какого-то ядовитое что-то. Такой противный ядовитый вкус какой-то, какого, я не, блин, я не знаю даже чего.
Вот если, знаете, бывает шоколад дешевый, коробки конфет дешевый, шоколад вот дешевый, у них тоже есть некий такой аромат, вкус какого-то как тюльпана, как будто аромат тюльпана дешевого шоколада. Здесь вот что-то ядовитое. И вот когда пробуешь, вроде сначала понимаешь, что оно сладкое, жидкое, сладкое, вкусное, вроде шоколад, и потом появляется вот этот ядовитый вкус. Такой, знаете, как будто вкус яда. Я не знаю, почему. Яд я ни разу в жизни не пробовала, но реально мне вот именно показался это вкус яда. А, знаете, самое интересное, это продается еще и в Пятерочке, только он немножко пачка другая, немножко потемнее. Может быть, конечно, это бракованная пачка, потому что в фикс-прайсе продается. Либо это подделка какая-нибудь наверняка. Короче, не знаю, как с этими, с холсами вот. Там, которая в фикс-прайсе продается, холс, он какой-то не так выглядит. Завтра я, может быть, куплю холс в Перекрестке, и потом, ну да, скорее всего, я куплю, и мы посмотрим, потом сравним разницу. Здесь вот, может быть, точно так же, но это какой-то вкус такой. Честно говоря, вот в фикс-прайсе продается еще там другой горячий шоколад в таких вот коричневых пачечках. Он реально, вот он вкусный, классный. Его стоит попробовать, он нормальный. То здесь я не думала, что я попаду когда-то. Я еще, знаете, стояла такая при себя, думала, блин, брать или не брать? Причем здесь, это аромат сливок, может быть. Думаю, брать или не брать, брать или не брать. Ну, думаю, пачка-то красивая вроде, все. Думаю, ну, должно быть, наверное, все нормально. Если бы, конечно, такой вкус был в этом пончике, который мы с вами пробовали, я бы поняла. Честно, я бы поняла. Там реально состав огромный. А вот здесь вот, в принципе, состав, ну, не настолько он огромный, как бы, ну, большой, но, по крайней мере, тут не 18 я добавил, конечно, может быть, их и не пишут, если честно. Ну, тут и название такое, мне все-таки казалось как-то это. Да, он, наверное, знаете, больше как послевкусие. Вроде, когда пьешь, он сладкий. Вроде все в порядке, вот после вкуса это реально, да. Так, все, не буду я вас больше забалтывать. Не знаю, что я с ним буду делать дальше. Наверное, я отдам его мужу, пускай пьет. Потому что, не знаю, это не мое. Наверное, это аромат сливы просто. Так, у нас с вами маска, которая обещанная. Мне кажется, мы с вами уже целый час там болтаем. Наши болтушки-посидушки. Давайте будем ее одевать. Я надеюсь, что у меня получится. И что у меня не начнется на нее аллергия. Я надеюсь на это очень сильно, кстати. Посмотрим. Так. Ой. Пахнет, конечно, она такое. Что-то, кстати, с этим похоже, с ядом такое. Так, а где панда-то? А где панда? Не поняла. Блин, я знала, я реально знала, что меня обманут. Здесь нет панды. Какая-то слизь такая. Она очень-очень сильно мокрая, влажная. Блин, Аня, зачем я купила ее? Так, и как это делается? Панда, панда. Где панда-то? Обманщики. Вообще... Блин, я не той стороной. Блин. Обманули. Короче, вот так вот, смотрите.
Даже смотрите, я могу разговаривать. Она очень сильно мокрая, очень просто сильно. С нее не текет, но... Блин, чего мне тут мешает? Но она реально мокрая. Кстати, смотрится довольно так неплохо. Можно это фотографироваться. А, нет, вот капля у меня осталась еще. Сюда положусь. Так. Конечно, честно говоря, я очень сильно разочарована, что самой панды здесь нету. То есть, блин, ну знаете, честно говоря, спрашивается, а зачем нужно было рисовать панду тогда? Зачем? Чтоб реально человек клюнул и купил ее? Честно. Я еще когда покупала, я все пыталась найти, что возможно где-то здесь прочесть, что маска там, то есть вот эта вот панда. Я нигде ничего не нашла. Я еще сначала ее, знаете, повесила обратно. Думаю, блин, да ладно, нафиг она нужна. Потом думаю, блин, ну здесь же панда нарисована. Думаю, я как раз хотела маску с пандой, надо взять. Взяла. Еще пока шла по магазину, думала, может, не надо. Ладно, думаю, взяла, все. Короче, как-то так. Ладно, я посижу там 20 минут. Сколько здесь? 20-30 минут. И потом мы вместе с вами ее снимем. Посмотрим. Обидно, конечно, что панды здесь нету, оказывается. Это очень сильно обидно. Так, ощущение. Она прохладненькая. Я вижу, что мне тут реально что-то мешает на глаза. Что-то тут как-то это... Надо еще, видимо, немножко перед зеркалом. Я тоже смотрю вот сейчас в камеру и пытаюсь ее разровнять. Но, наверное, вам, кстати, через камеру это смотрится очень весело. Не хватает, кстати, вот тут вот на ноздре еще. Не знаю, может, они залетели куда-то туда. Но реально не хватает. Самые вот эти, кстати, у меня самые такие проблемные участки кожи. Это вот именно вот эти вот. И бывает еще вот здесь вот. То есть, и как раз вот тут вот мне вот не хватает, если честно. Вижу, что у меня вот тут что-то свисает. Ой, что тут мошка уже прилетела, я смотрю, моя. У нас это, поселилась здесь мошка. Да, у нас, кстати, в туалете поселился паук. Не знаю, когда, откуда он взялся. И в коридоре еще один паук живет. Не знаю, это хорошо или плохо. Напишите мне, кстати, тоже в комментариях. Я помню, когда мы с сыном из больницы приехали, у нас на подоконнике что-то стояло, и, короче, сейчас подоконник сдвигаю, и оттуда выпрыгивает огромный паук с огромной с такой попой. Блин, я так испугалась от неожиданности, откуда он тут взялся. Квартира была закрыта, откуда вообще он мог взяться. Видимо, жил все это время здесь. Так, все, ладно, я пойду, потом я вам все покажу. Прошло 20 минут. А, честно говоря, когда я ее отделала, через какое-то время я почувствовала, что немножко горит кожа. Подумала, ну ладно. Сейчас уже прошло время, она не настолько горит, но мне немножко страшновато, что вдруг она мне не подойдет, что-нибудь еще. Но я выдержала все-таки 20 минут. Давайте ее снимем и посмотрим, что же у меня там внутри. А, стала я молодая или нет? Вроде нормально все выглядит. Так, там, кстати, также написано, что нужно остатки распределить руками по всей... По всему лицу. По всему лицу, да. Вот. Мне кажется, даже тут прыщики стали немножко меньше. Не знаю, короче, я навалилась на сладкое очень сильно. А, по моему мнению, мне кажется, что я худею. Что реально у меня куда-то вес уходит. Хотя я не сижу на диете сейчас. Вот. Просто это из-за стресса. Когда я в стрессе, у меня вес куда-то уходит. Он двигается. Поэтому я пытаюсь его удержать сладким, потому что у меня реально начинают спадать штаны. И я это чувствую, я это замечаю. Как бы... Не знаю почему. Но меня реально тянет на шоколад. Короче, как-то так. Немножко как будто жжет кожу. Я надеюсь, то, что я не проснусь завтра с утра с большими красными пятнами. Я очень сильно на это надеюсь.
Так, у нас с вами получился, видимо, ролик наверняка на целый час. Я почему-то не могу поболтать с вами 5 минут, как делают это другие блогеры, там 10 минут. У меня почему-то получается с вами разговаривать полчаса, час. Я не знаю, ну как у меня так получается? Не знаю, я очень сильно надеюсь, то, что вы досмотрели этот ролик до конца. Если вы досмотрели его до конца, ставьте лайки. Напомню, мы с вами набираем 10 лайков. 10, то есть это вот 2, еще 2 это 4, 6, так, подождите, 4, 5, 6, да, 7, 8, 9, 10. То есть вот таких вот 10 лайков набираем, и мы с вами вместе следующую мою посиделку-болтушку, болтушки-посиделки, будем готовить уже горячий шоколад, именно из шоколада горячего. Ну, я думаю, вы поняли все это. Чем мы будем с вами в следующий раз заниматься. Поэтому с вас требуются только лайки. Ну и, конечно, написать комментарии. Комментарии ваши читать я очень сильно люблю. Они реально вот такие вот классные. Всем огромное спасибо, что вы мне пишете комментарии. Мне очень нравится. Вот. Так, про маску напишите. Блин, я, честно говоря, в шоке, что это не панда. Не знаю, зачем они ее тогда там привинтили. Вернее, приделали, что якобы панда, которую... Вообще нифига нету, оказывается. Ладно, не буду забалтывать. Давайте, спасибо, что вы меня посмотрели. С вами был канал Art Money. Мы с вами попробовали вот такие вот всякие вкусняшки. Вы вместе со мной попили чаек, попили горячий шоколад, покушали. Я надеюсь, то, что вы тоже покушали, кстати. Хотя торт, конечно, вы что-то плохо поели. Честно говоря, он недоеденный остался. Но я смотрю, что вот здесь вот уже кто-то откусил. Довольно неплохо так откусил. Я надеюсь, то, что вы поели. И здесь тоже кто-то попил. Хоть он и ядовитый какой-то вкус, но кто-то там уже выпил, я чувствую. А, тут, кстати, стакан тоже половина стакана. Вам, кстати, видно, что тут половина стакана. Тоже кто-то выпил. Надеюсь, что вы все сыты. Вместе с вами ложимся спать. У меня вечер уже. Темно. У меня там, кстати, буря снежная. Ну, там снег, короче, ладно. Все, всем спасибо, с вами был канал Art Money. Ставьте лайки, пишите комментарии внизу. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь колокольчиком. Мы с вами еще будем также сидеть, болтать, разговаривать. Такие букмаги какие-то, пробования еще будет. Все, и всем пока-пока.